И вот еще один магазин цветочный. Здание немножко у нас от дождей пострадало. Здесь очень много украшений, как вы видите. Сейчас мы пойдем посмотрим растения здесь, видите? Очень мне эта лошадь нравится. Подстричь ее надо немножко. Смотрите, какие красивые композиции осенние. Здесь, конечно, магазин немножко поменьше, здесь нет теплиц. Но все равно набор представлен в полном составе. Вон какие красивые цитрусовые. Вообще, мне очень нравятся эти магазины, у них большая гамма. Мне так хочется какой-нибудь апельсин купить. Вернее, дерево апельсиновое. Осенние расцветки. Я обожаю вообще, честно говоря, осенние расцветки. Очень большое количество кактусов. Вот здесь представлены различные луковичные, нарциссы, гиацинты, фрезии. Очень большое количество. Сейчас мы пойдем посмотрим внутри. Здесь вот у людей маленький родился, они покупают цветы, составляют букеты. Я спросила разрешение, если можно снять. Здесь видите подарочные варианты. Стерлицы, но это все срезанные варианты, кроме, конечно, фаленопсисов. Вот и ланси, какие красивые, лилии. Бромелевые представлены в большом количестве. Ой, ну какие шикарные растения, посмотрите. Смотрите, какие бутоны. Запах, конечно, стоит совершенно обалденный, невозможно. У человека не было проблем, так что я его сняла. Здесь у нас не только фаленопсисы, вон здесь белый дендробиум, фаленопсис очень красивый, и с деточкой. И здесь обильное количество фаленопсисов, расцветки просто невероятные, посмотрите, красота какая. Здесь очень вежливый персонал. Очень мне нравится здесь покупать. Смотрите, как красиво. Вот такой маленький обзор. Здесь, вот видите, составляют букет для новорожденной девочка. Букет очень шикарный. Очень красиво. Папа очень счастливый. Насазиси. Курисаки пате. Девочка, да. Вот такой вот обзор еще одного цветочного магазина Греции. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием.